Друзья, привет! Нижний Новгород, отдел «Шторм». Я без маски, потому что не слышно меня и ужасно некомфортно. В общем, что хотите делать по этому поводу? Но нам разрешили, сказали, в уголке со шторами, чтобы нас особо как бы ни с кем не контактировать. Народу сегодня немного, поэтому разрешили без маски. Значит, работаем в таком порядке. Я сначала вам показываю, Дима показывает цену, название. Потом я вам показываю саму занавеску и максимально ее разворачиваю, чтобы вы могли увидеть просвет. Посмотрим сегодня всю кучу штор. Как, Дим, говоришь, готовьте печеньки? Чаёку. Чаёку, часа на два. Погнали! Род Фибла, 599 рублей, 30 на 165, белый с оттенком. Сеточка с рисуночком, и она короткая. Это одна из немногих готовых коротких штор в Икее, которые не надо подрезать. Следующее. Альвина Спец, 500 рублей. Два полотна в комплекте, размер 145 на 3. Такой вот цветочек. Руку оставить? Полотнище. Сульфрит. 145 на 2,70. Одна пара. Рисунок. Ну-ка, здесь я не покажу. Нет, тут текстуру показать. Ну как, вот так, на руку? Да, ну чтобы тут саму ткань. Ну давай вот так. Угу, просто. Инглали, 1500, 145 на 2,70. Чуть поплотнее, да? Да. Дима. Ты слишком далеко отходишь, людей задеваешь? Нет, это... Там люди. Я прекрасно понимаю. Хильдран. 400, 145 на 3, белый в точечку. Угу. Это та же лилия, ребят, та же сеточка, только с рисунком. Здесь, кстати, очень старенькие шторки до сих пор продаются. Не трот, они уже пыльные, их стирать пора. 145 на 3, 700 рублей. Рисунок, смотри, значит, здесь у нас переход. Это, переход покажем. Это вот круг сам, мы сейчас его покажем в объеме, а это рядом с кругом. Ревлумер. Тоже одна из немногих штор, которые цельным полотном. 3 на 3, цвет белый. Была не короткая? Нет, она 3 на 3, она просто так задрана. Линбьёк. 1000. Тоже полотно единое, 3 на 2,70. Дим, ну здесь очень много переходов. Они здесь кучками висят еще. Дальше. Бэк Тистель. 2000. Два полотна, 145 на 3. Рисунок.
Знаменитейшая штора Лиль. 2,80 на 3, два полотна в этом размере. То есть по факту получается 5,60 на 3. Такая вот нежная сеточка. Говорила уже много раз, постоянные подписчики знают, что мы используем, куда только не использовали, когда же как москитные сетки на окна. Очень хорошо ребенка закрывать в коляске, делать такую сеточку. Со временем, понятно, появляются затяжки, но это самая легкая штора, которую просто даже подшивать не надо. Вы ее подрубаете и все. И чем больше их на окне, тем интереснее это смотрится. Легкое затемнение дают шторы Гертруд 145 на 3, 2 полотна, 1300. Рисунок. В магазине IKEA зимняя распродажа. Только по карте IKEA Family вы можете приобрести лучшие товары по лучшим ценам. Обращайте внимание на специальные ценники желтого цвета. Карту клуба можно оформить совершенно бесплатно у сотрудников магазина. Желаем вам удачных покупок. Ирмали, одна из новинок. Белые круги. 1145 на 3, 2 полотна. Рисунок. Гривнлубер в сиреневом цвете. Перевирает. Пробуй, лови. Вот так больно. Угу. Остальные нету производителя? Кто делает? Написано. Это на пачках. Тогда это нужно сейчас не здесь снимать, а идти там снимать. Я ничего не делаю, только это. Не, мы странно еще потом пойдем снимать. Не. Это нереально. Нет. Тут уже не зависит, в какой стране сделано. Карлотте, точечный разный, 1800, 145 на 3. Зафиксируйте себе. Хильдран розовый. Гертруд прям подряд. Розовый, темно-серый. Или не стоит так? Не, можно, можно. Пусть так, даже лучше будет, чтобы не проверял цвет у меня. Килья белая, 1300, сделана из переработанных пластиковых бутылок. Со временем покрывается катышками, поэтому рекомендую не белый цвет. На мяте очень хорошо, ну, мята розовый более-менее смотрится даже с катышками. Не видно меня? Они прозрачные, видно? Ну, не совсем, я тебя не особо. Ну, вижу я тебя, лицо, нос, все вижу. Они чуть-чуть приглушают. Анна Луиза, хлопковая, 145 на 3. Приглушают солнечный свет. 2000. Нет, они неправильно повешены.
Но они плотнее, чем хили. Матильда. Хлопковая. Две гардины входят в набор. Если я не говорю размер, значит это стандартный 145 на 3. Сейчас по скидке. Амильде. С прихватами. На ткань. Так, прихват пришит. Ну, блокировать неплохо будут. Так, Анна Луиза в белом цвете. Орденсфли хлопковые. Так, льняные дюток 4000, 100% лен. Пока все шторы идут на шторных лентах. Тоже сейчас по скидке. Бренд Нева. Хлопок и пенька. Тоже на шторной ленте. Дюток в другом цвете, бежевый. Ткань. Мирета, затемняющая, тоже, ребят, блэкаут. 2700, хлопковые шторы. Но их нужно надержать отутюженными, иначе они будут безобразно смотреться. Еще куча цветов будет по Мирете. Плотность везде одинаковая. Вообще ничего не вижу. Ни света, ни очертаний. Лена Карин, это летняя где-то примерно новинка. Лен и хлопок, 50 на 50, там без малого, 4000. Это мы их называли марли. А скорее...
145 на 180, имейте в виду, это укороченные шторы. Полиэстер, 1300. Ханалил бежевые. Мы белые уже смотрели. Дальше другие цвета будут. Стерн Рамс. 145 на 3 бело-серые. Сейчас я переверну, но на другой стороне. Давай сначала саму плотность. Потом рисунок. Веркрокус сейчас по фэмури 1000 скидка, они еще с прихватами. Высота тоже 2,70, то есть они покороче, чем стандарт. Вот видишь, что эти атласные вставочки? Но поверхность полностью гладкая. Blackout, Дим. Еще ничего не вижу. Меня слышно? Хильда Майя, 145 на 180, с прихватом. Ну, короче, коротенько. Ирей Дун. Обзор в две части будет? Один. Здесь серые. Вот кажется, как будто они белые, да? Но на самом деле они бело-серые. То есть вот это поле светло-серое. Здесь белесый круг. Видно? Давай попробуем вот так. Ну да, вот теперь уже правда. Вот видишь еще сколько прячется? Подожди-ка. Никакие не пропустили? Нет, вроде все показали. Так, а дютук. Нет, вот он. Нет, этикетка. Вот, этикетка, дютук. 4000. Это лен. Мы уже два цвета таких показывали. Я знаю. А льны же, они никогда плотными не бывают. Ищу. Лена Карин. Лен хлопок 50 на 54 тысячи. Давай сравним, вот вроде интересно. Серая была, найдешь? Какая вот, именно? Вот. Зачем? Они разные. Это тюль, а это лен. Для чего? Что ты хочешь? Как будто одинаковые. Нет, они разные совершенно. Это полиэстер, это лен. И цвет разный. Вот смотри, если ты вот так хочешь... Нет, ну просто цвет она идет одинаково, одноценно. Нет, 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 смотри. Это льняная ткань, это полиэстерная ткань. Это даже темнее будет. Да. Так, дальше. Тоже новое. Вместе три, не больше. Эртер Стар. 155. Не 145, а 155 на 3.
Хлопок и лен. 4500. Рисунок. Ее выпустили к ограниченной коллекции Декорейр. Она очень хорошо сочеталась с подушками и ковром. Вижу. Матрасик. Бергс Краба. 145 на 3. Одна пара. Ну, значит, две пары будет. Ну, короче, два полотна. 2599. 2600. Хаквинги, темно-коричневый, красный орнамент листья. Показывали только в новинках. Тибаст. Красный, темно. 3500. 145 на 3. Почти блэкаут. Я вижу твои очертания, цвет кофты не вижу. Так, это сейчас распродажа. Стерн тюльпан. 1000 вместо 2. Полиэстерные. Так, вообще этих занавесок нет. Ханелина. Полиэстер. Цветок красно-коричневый, лен. Калкфлай. 3000. Светло-розовые. Хлопок плюс эскозы. Не получается передать? Не, ну... Подожди, это какие были шторы? Ленда. Вот так где? Все перевернуто. Ленда с прихватами розового цвета. Прихват 140 на 3. То есть они чуть поуже. У Ленды полосочка. Видно ее? Точно видно? Хирье тоже пока нет наличия. Светло-красным. Вот о чем я говорила. Вот на таком светло-красном катышек не так заметен. Это у нас полиэстер. По катышеве место найду.
Анна Луиза в красном цвете. Хлопок. Кстати, Анна Луиза вообще хорошо показала. Главное их правильно отпарить и подрезать как надо. Но они дают очень сильную усадку. Заявлено 4%, по факту гораздо сильнее усаживаются. Тоже новинка. Palma Fieril. Естественно, цветочный орнамент. 2500. Полиэстер и лен. Полиэстер 80 и льнов 20. Ну вот его видно. Полиэстер, а вот льняные ниточки. Хотя даже здесь, я думаю, смесь, потому что очень больно пространство большое запало. Дим, блэкаут. Успел? Антибаст бежевый. Хлопок. 3 на 1,45 м. Калк-флай. Хлопка из козы. Подойти, у тебя, подходим, у тебя, у тебя диссонанс уже какой-то, да, как будто уже ты это на 15-м разу снял. Майринд, кстати, на люверсах первый за почти половину съемок. Полиэстер. Вот такая полоска. Вот так. Все-таки будет вернее. Угу. Очень похоже на Тиабаст. Осалие 4500. Лен и хлопок. Место пока не прописано, новинку, возможно, еще не поступили. Особрит. 155/3. Лен и хлопок. Тоже на изнанку повешено. Видно? А нет ли изнанка? Вот это изнанка. Видишь шов? Лицо вот. Понятно? Камера не перехватывает? Так, с прихватами. Гульдзиния 145/2,70. Полиэстер и лен. Да, 145/2,70. Сильвиан. Хлопок и лен. Странно, да? Хлопок с льном 2-3. Это что тут? Что-то как-то не... иногда эта политика ценообразования не ясна. Их, если хорошими легкими шторами отвесить, то будет симпатично смотреться. Но им пара нужна. Ну, приятный такой. Хильда Майя. Гардин с прихватом 145/180. Мы серые такие показывали, это беж. Здесь мелкий цветочек на бежевом коричневом фоне. И вот сама штора.
Анна Луиза серая. Расстояние там у нас карниз сделали. Ой, чего? Поподробнее. Я ж показала. Ты не успел? Ханалил серый. Ханна Лена серого цвета. Ханна Луиза, Ханна Лена. Полиэстер. Мельдрун, полиэстер и акрил, 1799. Очень тоненький, прям полупрозрачная шторка. Ленда. Нет времени на складе, должны появиться. 140 на 3, серая с прихватом. Ленда у нас на петлях. То есть она не на шторной ленте, а такие вот тканевые петли. Хилья. Бирюза. 1,45 м на 3. Ханна Лена, цвет бирюза. Ирмелин, 145 на 3. Вот все равно, сколько магазинов мы проехали, я ни одной идеальной выставки штор не видела еще. Чтоб полноценно можно было штору сразу оценить со всех сторон. А чем такое? А я не вижу, на чем они, на люверсах, на петлях, сложно. То есть там настолько куча, что я не все могу увидеть. Показал? Хан налил синий. Такой условно синий. Самый молчаливый обзор. Хан налил светло-зеленый. Может, музыку наложишь? Mm-mm. Ну что, мы молчим. Нормально. Это релакс будет для тех, кто не любит, когда я много болтаю. Молча по делу показала, ушла. Хилья серая. Вот здесь катушки заметно, прям. Твоему глазу видно? Ну, тут экран-то маленький, сразу ты не поймешь.
Флейнерт. Естественный листья хлопок и лен 2500. Кстати, тоже нормальный ценник, да? Вот. Прям плетение. Я думала, они будут 1400,5. Вот это длинный мешок. Да. Это мелкий-мелкий. Хелеборг, светло-оливково-зеленый. Катышки будут, ребят, как на Майгуле. Ну, тот же Майгул. Фактически та же ткань, только другие оттенки. Мараторн. 1800. Хлопок и 20% искусственного волокна. Неудобно. Дай-ка вот так, что ли, хотя бы. Плотность, да? Сфокусировался? Анна Луиза, зеленый цвет. Анна Луиза, желтый. Да, все равно по цвету, что такое же. Ну а что их сравнивать? Они разные. Тибас зеленый. Dance Flea 145 на 3, белый-зеленый, хлопок. Серые такие, черно-белые были. Зеленый, кстати, интереснее смотрится. Расцветка для психов. Почему? А если у тебя рябит, то с ума сходишь. Нет, мне все хорошо. Значит, ты нормальный человек. Мне даже нравится, смотри. Такую заметочку. А в камеру, кстати, можно такие оттенки с такими в камеру, в кадр заходить? Нет. Изя, да? То есть не только не однотон. Вот, видите, даже не оденешь то, что хочется. Хилия сине. Да, я же тебе говорю, Хилия вообще такая-то, катышанная барышня. Лента. Ярко-синий. Напоминаю, лента на таких вот тканевых хвостах. Дико, как сканером. Лиза Брит. 3300. Синяя. Набивной рисунок. Полиэстер, полный блэкаут. Она с прихватами. А, я для того, чтобы было видно, просвечивает или нет, да? Так, тебе баст этот показывали? Нет, синий не показывали, зеленый показывали. Или показывали? Вот поэтому мы не любим снимать шторы. Начинает гребить в глазах, да? Да. Ты уже не понимаешь, что ты снимал, что ты не снимал. И почему мы вообще снимаем шторы? Мы
понимаем, как тяжело выбрать дистанционным покупателям занавески, не видя вообще, поэтому хоть как-то стараемся облегчить. Труд. Да. Амильде. 2500 на прихватах. Хлопок. Давайте рисунок покажем. Рисунок покажем, давай. А на носу нельзя рисунок показать? Дюток синий. Лейкни. Черный разноцветный. Лен хлопок. 3300. Колючие. Майрит. Полосатик. Очень много штор ушли. Да? Да. Таких интересных именно. Полиэстер. Ну, мы бежим, сейчас показывали. Она на люверсах, кстати. Майгул желтый, который никак мы не можем поймать клиенту. Не пропускает зимний сквозняк и летнюю жару. И кого еще не пускает? Муж домой. Так. No name. No name. Вообще должна была быть Санелла. Я не могу снять занавеску. Как будто бы Санелла. Ну давай покажем. Но нету это даже ценника. Значит, их может быть и нету. Это штора, которая позволяет Диме работать по ночам, потом днем спать. Ну, у нас, правда, коричневый цвет. Ну, и все равно сервер. Бирна. 4000, аналог Санеллы. Но мы уже как-то сравнивали. Санелла визуально приятнее. Много ворсистости. Плюс отрисуем. Да? Новинкас. Давай эту новинку давно уже. Раба. Пипец. Жаба. Жаба клава. Ингимунда, естественный, новинка, 3300, полиэстер, полный блокаут, должен скоро появиться в наличии. А не аналог Вилбурга, даже смотри, задняя сторонушка, да, похоже. Дальше любимый всеми, многими Вилбург. Вилбург бежевый. Анна Кайса, 5.
бежевый, полиэстер. Но они очень хорошо сочетаются с рихетонами. В общем, везде, где ткань шифте будет. Очень похоже. Да, Юрьевич? Да. Таневич. И у них обратная сторона вполне изящно смотрится. То есть, если это первые этажи. Лиза Брит по акции бежевая. Очень хорошая скидка. 50% бежевый. Значит, что шторы выходят туда из ассортимента. Они с прихватами, не на люверсах. Пиалота. Старенький уже. Угу. 3800 стали стоить уже. Тебе меня видно? Майгулов, кстати, почти нет, да? Ни синих майгулов, ни... Майгул светло-серый, такой жемчужный. Ну, кстати, вот светло-серый вполне прилично полотно смотрится. Цвет полотна такой. Приятный, да? Да. Многие клиенты спрашивают, где бы купить отдельно ткань такой. Хочешь что? Хилеборг. Нет, большое полотно. Ну, там, кто для чего, не знаю, уже сейчас даже не помню. Хилеборг 145 на 3. Ну, вот они, да, с Майглом очень похожи. Но Хилеборг потоньше. Мне кажется, даже вот так видно, да? Вот если сравнить, вот прям сжать. Вот видишь, сжимаю то и то. Коричнево-красный. Неправильно, Ди, вот так. На люверсах. Санелла бордо. Красно-коричневый. Темно. Темно. Майгул сиреневые. Ой, такие старики, да, уже? Сколько им? Лет 5, наверное, меньше. Вот они, катыша в эти все. Бирна. Светло-розовые. 4000. Ну, это который аналог Майгула. Угу. Дай подальше вытащу, тебе поудобнее будет. Плохо передается, да? Да, проверяй. Прям, вообще сразу. Это... Некоторые даже, кстати, ребята, не получится показать прям близко. Ну, когда ты на общий план ставишь... Вот так, да? С другими цветами, ну, немножко это подгоняет под оригинал. А так вот сам цвет и сфотографирует. Он как... Он не понимает, получается. Не понимает, да. Он... Анна Кайса, тоже очень красивый цвет. А, диванчик, который с ушками и новое кресло в розовом, ну, наподобие шифте, розовая ткань. Вот они очень хорошо сюда будут. Ой. От штор дост чешется весь, от пылища. Представляете, сколько здесь них пыли? Их же никто здесь не стирает. Так, но этих нет, сразу скажу, даже снимать нет смысла. Эти вышли, Марион. Ингимунда 3300. Затемняющие. Давай Ингимунду развернем людям. Майгул светло-розовые. Продаются еще. Вот они на самом деле ближе к сиреневому. Так, новинка. Розенмот. Черный с орнаментом. Дим, полиэстер 3700. На светленьком, давай. Давай, то на темненьком вообще не.
Дим, может их просто в общем показать? Их непонятно даже так. Рисунок гладкий, но чуть-чуть как бы набивка чувствуется. Ну, полотно такое. Я с трудом представляю такие занавески. Ну, как говорится, каждый выбирает по себе. Санелла светло-розовая. Тоже, наверное, Не. Получается, вот такие розовые оттенки ни камера не ловит, да? Хеллеборг. Бирюза, кстати, красивый цвет. 3000. Бирюзу он тоже сейчас брать будет. Брать будет? Ну, дай попробуем. Еще зеленый. Ой, да, он прям это, как лягушка. А так, на самом деле, приятный цвет. Ну, как-то видно? Совпадает? Давай другую сторону передуй. Давай, то уже неудобно. Тогда что, вот так на серый? Нет, прям так дальше иди. Теперь мне неудобно, ну ладно. Вилборг 4000. Угу. Да, пожалуйста. Видно? Их близко есть смысл? Угу. Так, еще одни Вилборг, уже зеленые. Кто с печеньками смотрит, осталось хрустеть немного. Санелла оливково-зеленый. Санелла, кстати, в оливково-зеленом цвете благородно смотрится. Ну, шоколадный лучше всяк. И есть он только у Димки, да? Да. Ну и, наверное, еще у кого-то. Блохува. 5000, что-то новое. Полиэстер. Коричневый, красный, серо-синий. Торгерт, серо-зеленый, 4000. Набивное полотно, очень похоже на гобелены. Можно вот так, мне неудобно. Ну давай. Майгул серый, 2500. Санелла серая. Анна Кайса серая. 5, полиэстер, блокаут, ткань. Хеллеборг. 3000 серый. Видно ли уже темно? Бирны. 4000. Светло-серый. Thank you.
Так, что у нас здесь осталось? Сады фиолетовые. Вилбург. Нет, это Марьюн. Получается, Марьюны еще остались? Дим, Марьюн надо по-другому снимать, его так не видно. Иди на ту сторону. Я не переверну его, чтобы его видно было вплотную. То есть у Марьюна особенности вот в этом переходе. Если только так и это резать, проще взять Вилбург, дешевле будет. Так, новая Блавуха, серые мы сейчас здесь показывали, зеленые. Сколько дегов намотали? Грэнс Нева. Подкладка для гардин. 143 на 2,90. Она там цепляется. Это в инструкции есть. Я хочу показать вот что. То есть любые шторы с этой подкладкой можно превратить в блэкаут. Вот так, наверное, только где. Видно что-нибудь? То, что я пытаюсь изобразить. Вот. Ну, вот штора. Понятно. Короче, понятно, что ничего не понятно. А Вилбург серые. Ингемунд серые. Ингемунда. Они здесь так плотно навешаны, что их еле вытянешь уже. Еще раз вытянуть? Твои остались твои самые нелюбимые цвета. Темно-синий, ты говоришь, тяжело передаются, да? Так, подожди, вот я их сейчас отсеку. А это что такое? Черный, да, смотри. Нет, это эти. Которые воздух чистят, наверное. Бэнкста, блокирующая гардина, цена за одну штуку. То есть это продается не парами, 2,10 на 3 метра. Для чего она? Странно. То есть у тебя получается с обратной стороны окно черное будет с ними? Mm-hmm. А можно вот на эту сторону повесить? Сейчас, погоди, выкопаю. Розенхалон 3300, полиэстер. Рисунок. Ну, подобные какие-то уже цветные попадались. Mm-hmm. Тоже блэкаут. Так, это Марьюн. 4300. Дим, близко, наверное, смысла их нет. У них же фишка в переходе. Или покажем поближе рисунок. Видно? Так, и что? У нас финал. Осталось две пары. Анна Кайса синего цвета, который нет в наличии. И Санелла темно-синего цвета. Покажем несколько вариантов окон. Да? Так, по выставке все. Значит, как вариант, ну, вообще все сезонное оформление окна. А здесь Веркрус, который по Family. Здесь три вообще слоя. Дима, ты как мужчина понимаешь, зачем три одинаковых, три разных занавески на одно окно вешать? Я вообще не понимаю, это все в одном цвете можно. Но здесь цветочек, здесь полоска, здесь цветочек. Вот такой вариант оформления окна. Здесь Веркрус, Матильда и Энглали. Три вида. Давай этикеточки сфотографируем, вдруг кому-то понравится. Сочетание? Да. Вот так понятнее, чем на слух, да, переписывать. Mm-hmm. Хотя можно заскринить, прийти и сказать, дайте мне вот так. Mm-hmm. Так.
Кстати, лайфхак от Икеи. Это ведь вешалка для полотенец. Вместо кольца используют часто. Взял и убрал. Не видно. Вот оно, это кольцо. Надо сделать прихват. Пропустил. Оформил. Так, здесь у нас на окне. Видно? Вот так, наверное. Это даже для меня вынос мозга. Я тебя слепила из того, что было. А, Биртра, Тибаст и Сагалиль. Так, вот он Сагалиль, Тибаст и Бирста розовая. Видно окно все? Этикетки покажем? Так, детское окошечко, ревлумер, очень хорошо сочетается с шторками с динозавриками, етелик. Окно так видно? Это шторки с прихватом. Кстати, еще один лайфхак, можешь поближе подойти? Смотри, а прихват, если просто повесить на шторе, ну, по-другому будет смотреться. Здесь берутся самые бюджетные крючки, цепляются обычным карабинчиком. И когда не надо, точно так же достается, убирается. Так, этикеточки. Мне кажется, как будто здесь гораздо больше штор, чем мы снимали там, да? Или это мы все там сняли? Да, вот это, кстати, на выставке не было. А, это ткань вообще-то. Как тебе такой взрыв? Не дай бог, да? А, ребят, здесь сочетание ткани Моларборсте, красный, плюс Вилборг. Вилборг. Плюс Нинитрот. То же самое, о чем уже говорила. Так, а теперь давай этикетки. Где-то была картинка, как мужчины видят многослойность. Как будто вот напялил на себя все, что сверху, и еще чем-то пришпандерил. Так, здесь у нас салфрит, тонкая штора. Под салфридом прячется Хан Лил серая. Но ее вообще здесь не видно. Зачем она? Я не поняла. Пойдем показывать. Значит, Вилборг, Хан Лил, что-то это. Нижегородские дизайнеры намудрили. Мудрили, передамудрили. Так, ну что, прощаемся? Сколько мы снимали-то? Ну, видно будет при монтаже. При монтаже. Ребят, делитесь своим мнением касаемо штор. Ну, у нас дома икеевские шторы живут долго. Одни, правда, уже менять пора, их кое-кто разрезал. Уважаемые покупатели, при старой Икеи для членов клуба Икеи Фэмили действует специальное предложение. Клубничный чизкейк вы можете приобрести со скидкой всего за 119 рублей. Ждем вас в нашем ресторане и желаем приятного аппетита. Заново, да? Друзья, ну что, шторы мы вам все показали. Надеюсь, что было полезно. Вот сейчас смотрю на выставку и пытаюсь понять, все ли мы точно шторы показали. Вроде как будто бы все. Опять. Уважаемые покупатели, в магазине IKEA зимняя распродажа. Только по карте IKEA Family вы можете приобрести лучшие товары по лучшим ценам. Обращайте внимание на специальные ценники желтого цвета. Карту клуба можно оформить совершенно бесплатно у сотрудников магазина. Желаем вам удачных покупок.
Прощание, дубль 3. Сейчас включить, я не выдержу. То все, прощания не будет. Значит, друзья, мы отняли все шторы, отсняли все шторы. Надеюсь, вам было полезно. И те, кто покупает дистанционно, нет возможности приехать в магазин, вам хотя бы попроще будет выбирать. Пишите свои комментарии. Не забывайте про спонсорство на канале, что можно задавать другие уже вопросы консультативного характера. И помним, ребят, мы за вас выбрать не можем. Когда вы, посмотрев обзор по матрасам, например, скидываете 15 вариантов и говорите: «Таня, выбери», ребят, спать вам. Я за вас выбрать не могу. Я могу вам только рассказать, показать и поделиться опытом наших клиентов. Да, Дмитрий Юрьевич? Дмитрий Юрьевич со мной согласен. Он уже устал, бедолага, и молчит в тряпочку. Все, ребятушки, пока, до новых обзоров.